Друзья, всех приветствую. Нынче наше видео о таком вот изобретении, ну вернее, усовершенствовании. В общем, никогда у меня не было станочка станины для болгарки, а была маятниковая пила. Ну вот, я на ней дрова пилил. Вот так она выглядит, в принципе, ничего особенного. Куча всяких схем есть в интернете. Вот здесь моторчик, который у меня то на одном станке, то на другом переставляю, потому что моторов не хватает. Ну, здесь вот подшипники, шкивок и, значит, качели. Там бронзовые втулочки. Вот, в принципе, развесовка хорошая. Стол низкий. Делал специально, потому что бревна пилил, чтобы высоко не задирать на стол. Раз сюда ногой прижал и попер. Очень удобно. Ну, на три фазы. Диск на 400. Вот так коротенечко попили. А тут вот надо наторцевать уголка. Что же делать? Ну, специальную приблуду делать тоже неохота. То есть вторую практически маятниковую пилу. А тут глянул, диска нет у меня. Диск я оставил сюда, уже пилил. Диска большого нет, отрезного. Ремень тоже сгорел. Вот. И бежать в магазин неохота, потому что денег нету. Что делать? Начинаю думать. Ну и вот придумал. В принципе, качели у нас есть. И вот так вот беру и пришпандориваю уголок здесь, уголок туда пошел, там тоже на болтиках вот под площадочку, вот под эту, в принципе, все ясно. Сюда привариваю эти два сороковых, сюда привариваю 63-й. Все бэушное, не дюж красивое, но это фигня. Почистится, погладится, покрасится. Ну и болгарку как крепить, примерно все знают. На трех болтах вокруг нее сплясал. Так, лишнее еще не обрезал. Ну, не факт, не важно. Вот у нее развесовка туда-сюда. Пружину ставить не стал. Ну, вот так вот снизу выглядит. Два болта и ручка. Вот. И вот эту вот консоль, так назовем ее. PlayStation. Это я пошутил. Вернее, пытался. Так. Что получилось? Получилось, можно за эту ручку. Можно за эту. То есть для людей, кому какой удобный. Правых взглядов и левых взглядов. Ага. Ну вот. Ну, пила это снимется, конечно. Диск это я так, чтобы во всей красе представить. Прикольно смотрится, конечно. Вот, а сюда. Ну, тут я тоже, у меня как бы сплошного нет стола. Иногда прикручиваю пластинки, иногда нет. Вот тут пластиночка у меня попалась, была толстенькая. Вот такой вот упор уголок. Ну и что еще тут? Тут у меня рама, конечно, неровная. Пришлось подкладывать, чтобы выровнять прямой угол. Вот. Но это ничего страшного. Не часто. Если под углом пилить, то, естественно, вот это вот все берется и под нужным углом разворачивает, сверлится дырдочки. Ну, это тогда поместится. Сейчас пока под 90. Углы больше не нужны. Вот. Стало быть. Вот такая вот конструкция. Если у вас есть уже маятниковая пила, то... Ну, это опять же, как говорится, если работаете от случая к случаю. Потому что вот иногда нужно и пилить дрова,
и пилить досточки, и пилить уголок. Это вопрос не делать два гаджета, вернее девайса. Не делать два девайса, приделал один гаджет. Вот. Что еще? Сейчас вот будем пробовать пилить. Да, винт я пока не ставил. Пока не знаю, нужен он ли или нет. Но это недолго, потом это уже детали. Сейчас я думаю, как. Тут вот начинал пилить уголок. Он у меня в крик пошел. Начинал пилить вручную. Вот я думаю, если класть их вот так, то есть получается сразу две полки пилить, конечно, будет тяжелее машинки, болгарки. Будем пробовать. Но когда он вот так вот кладешь, то уже, конечно, не прижмешь прижимным винтом. Но сейчас будем пробовать. Сейчас установлю фотоаппарат, камеру. И попробую включить. Сразу говорю, гудит. Караул как. Так что извините, если оглушил. Если будет слишком громко. Поехали. Так, ну что сказать, ребят. Очень мне понравилось. Единственное, что вот попал в старый рез. И получилось немножко вот в сторону увело. Сюда надо пилить по-новому, как говорится. В старый рез попадаешь, и круг хоть убей уходит. Ну ладно, это потом торцанем на ждаке наточили. Ну вот как-то так. Винтов, прижималок и прочего. Это можно наделать потом. Все это, как говорится, по ходу пьесы. Ну здесь она не прям уж, чтоб прям жестко мертвая, вот так немножко шатается, но это не мешает ей отлично резать. Вот. Кстати, вот перед этим я пробовал. Вот он рез. Вообще идеальный. То есть я это, как говорится, на этом заусенец остался. Это без старого реза. Ну, вообще круто. Круто, ребята. Особенно выглядит круто. Ну, вот такой вот получился симбиоз. Ну, все, друзья. Если вдруг кому-то понравится, кто-то сделает так же, буду очень рад, что помог. Ну все, всем пока. Всем привет.